Сегодня мы впервые видим, как цветут тунговые деревья. В эти края тунг впервые привез знаменитый ботаник Александр Николаевич Краснов. Впервые деревья были высажены в районе поселка Чакви. Плоды тунга ядовиты, но из семян делают масло, которым покрывают не только деревянную посуду, но и корпуса кораблей и самолетов. Синтетическую замену ему до сих пор не нашли. Масляная пленка эластичная, очень прочная, устойчивая ко всем атмосферным воздействиям и очень-очень красивая.